Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre sistemul de pensii din Republica Moldova și această intenție de a majora pensiile celor care locuiesc pe teritoriul țării noastre. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Vladimir Odnostalcu, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Domnule Odnostalcu, haideți să ne explicați mai multe. Urmează ca de la 1 septembrie să fie majorate pensiile pentru o categorie de cetățeni și care ar fi ele. Dar în același context vreau să ne explicați de ce nouă celor din media și societății civile a fost oferită informația că treptat vor fi majorate pensiile. Haideți să o luăm de la un capăt. На самом деле, то, что происходит, это последствия, шаги, да. Будем так называть, тот план действий, если быть совсем точной, пенсионной реформы, которая была принята в декабре 2016 года, это первое. Там было три этапа, так называемая валоризация, что было понятно для зрителей, увеличение, так оно называется. Увеличение, перерасчет заработной платы, не пенсии, заработной платы, которая была включена в качестве страховых взносов в то время, когда гражданин работал и выплачивал эти страховые взносы. Те люди, которые получают эти взносы, это категории, начиная категории пенсионеров, тех, кто вышел на пенсию с 2000 года и до 1 января 2017. Потому как с 1 января 2017 началась начало действия уже другого измененного закона о пенсии, и, соответственно, пенсионеры выходят на других условиях. Этот период 16 лет с 2000 по 2016 год, 31 декабря, поделен на три этапа валоризации. И вот 1 сентября будет третий этап валоризации, это 14-16 годы, пенсионеры, которые вышли в это время, им будет валоризирована пенсия. Как она будет валоризирована, это сложно сказать, и на какие можно рассчитывать добавки пенсионерам, выходящим в эту категорию, но я вам скажу так, исходя из того отчета, который даже с малой информацией, который предоставила госпожа директор кассы социального страхования, ситуация с валоризацией по категориям пенсионеров обстоят сложно. К примеру, очень много людей, которым валоризировали пенсию до 10 лир. Это вот, пожалуйста, у меня с собой. Да. Есть отчет, есть официальный ответ. Правда, на имя другого депутата, госпожи Бондаренко. Да. Вот. И здесь об этом указано, это не секрет, это стенограмма парламента, можно посмотреть на нее. Валоризация 10 леев. Мы помним, Филипп обещал, это не один раз говорил, буду продолжать говорить, на 40%, если быть точным совсем, 40%, а может быть и больше. Есть видео подтверждение этому, я сам не один раз сделал репосты в Фейсбуке на эту тему, показывая тем самым, что действительно это не просто слова, мы не просто придумали, а что есть действительно видео подтверждение, есть те слова, которые вот происходят, те действия, которые подтверждают все эти дела. И у нас на сегодняшний день имеется ситуация, при которой мы и граждане слышат одно с телевизора, в реальности другое. Более того, я хочу сказать, что с этой валоризацией происходит. Ежегодно, последние несколько лет, а если быть точным, 4 года, происходит такая вот хитрая штука, которая называется увеличение пенсий для некоторых категорий. Все мы знаем, на сегодняшний день некоторые пенсионеры получают надбавку. Кто 80 лет, кто 180 лет. Это есть такой. Такая схема она работает, такая система она работает. Что происходит? Когда у нас есть финансовый порог, это 1500 лей, до которого ты получаешь эту надбавку, или 180, или 90. Если после индексации, вместе с суммой, которая добавилась при индексации, у тебя увеличивается этот порог у пенсионера, у тебя забирают либо 180 лей, либо 80 лей, ну, да. В зависимости от того, сколько он получал. И в конце концов мы получаем, что большинство пенсионеров стали получать меньше, чем они получали до этого, с учетом индексации. Да. Asta ar însemna că, de fapt, oamenii vor primi mai puțin decât primesc la ora actuală?
Да, есть такой пример. Совсем недавно, в понедельник опять у меня была женщина прием. Я могу привести сотни таких примеров. Это только то, что я знаю живых людей, которые сидели на приемах передо мной. Когда у нее в 2016 году была пенсия 1680 леев, 1500 леев пенсия, плюс 180 леев, это вот это вот дополнение пособия, будем так говорить, чтобы было понятно для всех. У нее 1680 леев. В 2017 году после индексации ей индексируют 100 леев. И математика следующая, 1680 леев пенсия, индексация 100 леев, 1780 леев, при этом у нее отнимает 100 леев из надбавки, опять остается 1680 леев. Да. Это живой случай. А в 2018 году 1680 леев пенсия, она опять выходит с той же цифры начала года, 107 леев индексация, минус 80 леев оставшихся надбавок, плюс 27 леев за 2 года. Да. То есть это Домнule Mihaieș, pensia minimă în Republica Moldova constituie 980 de lei, dacă nu mă înșel memoria. Respectiv, pornind de la acești indici, vreau să ajung la faptul că premierul Filip, în repetate rânduri, a afirmat că este nevoie de revenit la pensii și de a le majora. Ori am văzut acum câteva săptămâni reacția unei persoane, unei pensionare, atunci când a avut posibilitatea să discute cu domnul Filip. În același context, domnia sa a plasat pe rețele de socializare informație că lumea ar fi mulțumită de majorarea pensiilor și ne prezenta un caz care se încadra în plafonul de sus, 5.000-7.000 pensiile. Eu vreau totuși să revenim la chestia inițială. Cum e posibil 980 de lei pensie în Republica Moldova? Vreau să începem încât aș spune că sistema de pensii din Republica Moldova necesita o modernizare și guvernul a procedat la această modernizare a sistemului de pensii pentru că era în prag de colaps. Noi avem am uitat chiar pe cifre acum recent înainte de emisiune, circa 700.000 de pensionari în Republica Moldova. 713.000 fix. 713.000. E cifră imensă, ținând cont de faptul că dacă raportăm la persoanele care sunt în cazul timpul muncii, eu cred că noi ieșim unul la unul, nu mai mult, ceea ce e foarte puțin. Avem foarte multe persoane plecate, avem o economie care nu permite salarii decente și nu permite pensii decente și asta o recunoaște cu toată lumea, că nu este niciun secret aici. În aceste condiții se pune obiectivul de a face așa încât, în primul rând, după cum s-au exprimat cei de la sistemul respectiv, Casa Națională de Asigurare și de la Minister, de a armoniza cumva sistemul de pensii ca cele prea mici să fie crescute, cele prea mari să nu fie atât de mari, decalajul. Ce aici s-a atins, obiectivul care s-a atins, eu cred că parțial a fost atins în sensul în care, din câte am văzut eu pe site-ul cel puțin, a Casei Naționale, pensia e 1500-1600, dar au fost și pensii de 400 de lei, au fost și pensii de 500 de lei și de 600 de lei. Deci pensii de 900.000 de lei sunt excepții, sunt foarte rare. Dar figurează ca pensie minimă, oricum. Figurează, pentru că mai sunt și din asta, dar sunt puține. Pensiile sunt 1500-1600 pensia medie, care o dă cel puțin Casa Națională de... Da, dar raportate la ceea ce spunea domnul deputat Stalco? Există și pensii mari. Există câteva categorii de cetățeni, noi știm foarte bine că sunt câteva legi speciale. Da. Și în special este vorba de deputați, de judecători, de organele de forță, care au pensii mult mai mari. Nu știu dacă se justifică, unii spun că da, alții spun că nu, dar dacă luăm și ne uităm în jurul nostru, în România, de exemplu, în Ucraina sau în Rusia, există același sistem de pensii speciale. Pentru anumită categorie. În special pentru militari, pentru organe de forță, pentru că aceste persoane totuși sunt recunoscute că activează în într-un domeniu specific. Domnule Mihaieș, eu vreau să revenim la ceea ce spunea domnul deputatul Nostalco. Asistăm la un paradox. De aici majorăm, de aici s-ar părea că ar trebui să luăm mai mult. Sigur că, vedeți, în ce constă, sunt câteva nuanțe aici importante. Da. Prima nuanță importantă este că cei care au avut 1500-1600 n-au resimțit o mărire foarte considerabilă. 100 de lei, maximum 200 de lei. Însă, mărirea considerabilă au resimțit cei care au pensie de 400-600-800 de lei, care acum au 1500 sau 1200 sau 1600. Aici, ca să zic așa, grosul mare de pensionari care era jos și foarte jos, s-au ridicat, s-au dublat uneori pensiile. Pentru că aici era mare problemă sistemului de pensie. Noi am avut
până la valorizarea respectivă, pensii simbolice. Eu cunoșteam personal oameni care primeau pensii de 600-800 de lei. Acum, numărul ăsta s-a diminuat semnificativ și au rămas foarte puțini care au pensii mai puțin de 1000 de lei. Aici, discuția este una serioasă și trebuie de abordat realist. Numărul 1. E clar că argumentul numărul 1 este creșterea economică. De creșterea economică depinde creșterea pensiilor. Atunci când tu, cu un guvern, numărește pensiile ținând cont de creșterea economică, dar crește mai mult, se numește populism. Pentru că, apropo, vă dau un exemplu. Comuniștii în 2009, înainte de alegerile parlamentare, au mărit pensiile. Au 20%. Ajuns, da. 20%. Și au ajuns că în septembrie nu aveau bani, erau cu minus 5 miliarde de lei în buget. Nu aveau bani de pensie de salariu. Deci, eu sunt împotriva unor măsuri populiste care să, pe timp scurt, să mărească semnificativ, ca pe urmă să întâi sistemul în colaps. Dar această acțiune poate fi inclusă în ceea ce spuneți dumneavoastră, acțiuni populiste? Ceea ce se întâmplă, cum v-am spus, guvernul încearcă să țină pasul odată, cum am citit eu ce au putut să mergea. Prin pensiile, la 1 aprilie, guvernul este obligat să facă ecologarea pensiilor. Și guvernul face chestia asta și a făcut-o și anul ăsta. Acum, sigur că s-a făcut diferențiat față de diferite categorii. Pedagogii au un anumit coeficient. Până la urmă, important este să înțelegem o chestie. Trebuie să creștem, dacă e posibil lucrul ăsta, în termeni destul de scurți, un an, doi, trei, încasările la fondul social, aici la fondul de pensii, da. Să diminuăm ce se numește salariile în plic, să diminuăm ce se numește evaziunea fiscală și alte infracțiuni conexe economice, pentru că din unele opinii ale experților care am citit eu a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar, economia tinerilor Republicii Moldova cam 60-70%. Da. Dar de acolo eu văd o rezervă importantă. Închipuiți-vă că mâine crește fondul de pensii cu 60%. Ar fi o sumă considerabilă, nu? De acolo s-ar putea demărit și pensia într-o mărime considerabilă. Astăzi însă, eu vă întreb, care este creșterea economică a Republicii Moldova pe 2017? Circa 4%, da? Domnul Dăsălcu. Minșe, namnogă minșe. Domn deputat. Nu. E 4% ceva 100, e mare. Domn deputat. Nu budu vădiți apoi, dacă ar fi să fim corecți, mărirea pensiilor nu poate să depășească mărirea economică. Sunteți de acord cât cu... Da. Aici vreau să ajungem în alt aspectul economic. Domnul deputat, spuneți-mi, vă rog, avem acoperire financiară, iată, pentru aceste acțiuni. Îl întrebam pe domnul Mihaieș dacă nu ajungem oarecum în albia populismului să vorbim despre niște acțiuni care nu vor avea acoperire financiară. Можно говорить много. Если можно, я вот к цифрам перейду. Первое, что касается рабочих мест и так далее. Вот, ну, Яницы вот сказал, да, его нельзя обвинить в любви к социалистам, о том, что у нас люди больше, наши граждане, находящиеся за рубежом, больше зарабатывают, чем там, и переводят сюда, чем мы, которые здесь находимся все, и зарабатываем у нас внутри страны. Это первое. Второе. Было сказано, что очень много пенсионеров стали получать дублированную пенсию после валоризации вот этой вот, после вот этого шага вперед. Я с этим немножко поспорю, потому что вот ответ, который сегодняшним днем от госпожи... Цифры, 118 тысяч, по-моему, получается. Не-не-не, я вот, господин Михаеш, просто к цифрам вернусь, не буду голословно, не буду вводить заблуждение. Вот, пожалуйста, сегодня ответ от госпожи Греку. Тема ротала камера, чтобы телеспектаторы нужны касавады, честные даты, несколько ли вводить. Очень просто. Два этапа валоризации, две тысячи... Презентация камеры касавады, телеспектаторы. Да, я опубликую это на Фейсбуке, на странице своей, чтобы это было видно. Да, буквально прокомментирую. Первый этап поляризации, который был затрагивал 2000-2008 год, пенсионеров, вышедших в этот период, увеличение пенсии 40% было, да, вы говорите, на 131,71 бань, это среднее. Это среднее, с учетом тех льготников, о которых вы сказали, прокуроры, судьи, члены правительства, военные, да, и так далее, тому авиации, да, да, у которых пенсии очень и очень солидные. Второй этап, который был 2009-2014, пенсионеры вышедшие, вот опять же возвращаемся к цифре, 245-35, но опять же, это средняя цифра по... больницы. Это средняя цифра. В том-то и дело. Вот, она потому не что отражает. Секундочку. Если у одного поднялся пенсия в 400 лей, у другого в 100 лей. При этом при понимаете, всем здесь информация на 1 июля 2018 года, вот этот месяц, у нас 78, почти 80% пенсионеров живут ниже прожиточного минимума.
которые ниже такую цифру, 1600 с чем-то. Слушайте, для пенсионеров. Я говорю сейчас только о пенсионерах. Я не буду говорить о других, потому что другие там 1866, в городе 2021 и так далее. Я говорю исключительно о цифрах, я не хочу о чем-то говорить. Если мы о инвалидах возьмем, то здесь вообще 512, 717 и так далее. Ну, еще катастрофа, но даже эти цифры не отражают, действительно. Люди нас смотрят, 212 лей, 217 лей, постоянно, да я думаю, и вам тоже такие случаи попадают. Это проблема есть. Acum să discutăm altfel. În condițiile unei creșteri economice de circa 4% pe an, un guvern oricare ar fi el, de stânga, de dreapta, de centru, ce poate, ce poate să facă în condițiile în care avem o cultură a oamenilor de afaceri de a nu plăti toate impozitele, și lucrul ăsta îl recunoaștem cu toții. Я прошу прощения, разрешите вот вас здесь перебить. Мне кажется, что вопрос не только в бизнесе или предприятиях, которые, на которых работают люди, соответственно, не выплачивают все соцмедвзносы. Здесь вопрос шире стоит. Буквально сейчас к нему вернусь. Еще маленькая ремарка, что касается популистов, когда нет денег, и потом якобы минусы миллиарды в 2009 году в бюджете. Я не могу сказать, я не экономист, не знаю, но одно я точно могу сказать, что при всем при этом пенсии тогда, во времена коммунистов, повышались минимум в 15% ежегодно. То есть была инфляция, был рост экономики, так об этом речь, тогда работа шла. И было повышение. Еще очень важный момент. Чем эта реформа обделила пенсионеров? Если раньше у нас индексация шла на основе двух факторов, это индексация критериев, индексация пенсии шла по колонке индексации, которая инфляции, и вторая колонка – это был среднегодовой рост цен. Сейчас среднегодовой рост цен убран с 1 января 2017 года. Вы можете в законе посмотреть. Оставлена только инфляция. Но у нас рост цен-то сумасшедший. И мы говорим не о среднем росте цен, мы говорим о тех ценах, продукты, которые мы потребляем каждый день. Там авиаперелеты, металл, машины, все остальное, это не считается. Потому что в данном случае это очень редко пользуемся. Это первое. Второе. И пенсионеры не летают на самолетах. Давайте скажем. И вот еще такой момент. Почему, и возвращаясь к тому, о чем вы говорите, почему у нас бизнес, предприятие, как вы говорите, недобросовестные, либо не проявляет большого желания выплачивать за людей налоги. Очень часто люди сами не доверяют, и это большинство своим, не доверяют пенсионной системе, потому что мы все знаем, что по оценкам экспертов западных, европейских, американских, люди, рожденные 1970 года, то есть наш возраст, грубо говоря, уже не будут иметь возможности получать пенсию при сохранении нынешней системы. А ведь в деле быстро решать за 4 дня? Нет, я имею в виду тех людей, кто родился с 1970 года. Я говорю сейчас о дате рождения, а не о годе выхода на пенсию, возрасте. Это мы с вами, у нас уже этого не будет. Оговорка, при сохранении нынешней системы, которая на сегодняшний день имеется. И это говорит о чем? Самый главный тезис. Да. О недоверии к пенсионной системе в целом. Недоверие. Прошло 2 года. Опять же, цифра не моя. Вы брали, смотрели, очень хорошо, что вы убедились сами. У нас 713 тысяч инвалидов и пенсионеров. 590 с чем-то это пенсионеры, остальное это инвалиды. Госпожа директор кассы страхования, отвечая на наши вопросы, четко сказала, и здесь документ за ее подписью, о том, что валоризация сделана, то есть вот это вот увеличение на 40-50%, как сказал Филипп, на 208 тысяч человек. 208. Aici eu vreau să fac o mică remarcă, domnul Mihaieș. La această emisiune am invitat și reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale, care nu au putut da curs invitației noastre din anumite motive, invocând. Același lucru l-au făcut și reprezentanții Ministerului de Resort, care erau în drept ca să ne explice politicile sociale pe care urmează să le implementeze. De aceea ne pare rău de faptul că astăzi nu avem și un reprezentant al lor ca să ne explice anumite chestiuni. Domnule Mihaieș, eu vreau un pic să rămânem la ceea ce ați menționat un pic mai devreme. Economia tenebră, salariul în plic conduc la aceste fisuri ale sistemului, pentru că domnul deputat spunea că în viitorul apropiat acest sistem nu va mai funcționa. Pentru a crește pensiile sunt necesare câteva condiții. Prima condiție este creșterea economică. Ceea ce știm foarte bine că deocamdată avem o creștere economică modestă, nu ne permite să facem defalcări mai mari sau mult mai mari în sistemul de pensie inclusiv.
Doi la mână. Avem economii tenebre destul de mare, asta o spun experții băncii mondiale și fondului monetar. Avem evaziune fiscală. Pe acest palier, guvernul are mult și foarte mult de lucru. Eu am înțeles că fiscul deja în ultimii doi ani mult mai mulți bani de la bugetul național. Sunt mai câteva miliarde de lei. Am văzut o statistică față de anii 2014-2016. Am văzut că și vama dă mai mulți bani în bugetul național, dar mai este mult de lucru în acest domeniu. Aici, la pensiile respective, este evident că trebuie să intervină cumva și autoritățile publice locale cu anumite ajutoare. De exemplu, în Chișinău se acordă ajutoare pentru încălzire. Știm că guvernul a acordat și el anumite ajutoare pentru încălzire, anumite categorii, facilități. Sigur că putem să vorbim și de altceva. Putem să vorbim și de pensie privată. V-aș invita să discutăm serios acest subiect. Da, intenționam să abordăm și acest subiect. Pentru că, de exemplu, în România, orice cetățean care are o vârstă de până la 35 de ani, prin lege, este obligat să verse o contribuție pentru a doua pensie. Eu cred că această idee trebuie analizată foarte serios și în Republica Moldova, pentru că în condiție că nu ai o pensie mică de stat, unica soluție ca să iei pensie, ca să-ți mărești pensia este pensia domnule privată. Domnule Mihaiș, acest lucru cum este raportat, nu știu, la speranța de viață în Republica Moldova? Uitați-vă, 63 de ani, astăzi la noi este 63 de ani, da? Eu nu cred că 63 de ani este cea mai mare din Europa. Eu știu că e 65 media europeană. Este adevărat că 65-63, unii spun că e mult, că speranța de viață totuși e mai mică, dar în realitate, 63 de ani mi se pare mie, cel puțin, destul de echitabil ca vârstă. Da. Mă uit acum în Rusia, acest scandal este că încearcă să ridice și ei această vârstă de pensionare de la 58 și de la 60, că erau cu ani din URSS. Ei n-au modificat de atunci. Dar, până la urmă, cu o economie mică nu poate da pensii mari. Asta este evident. Și atunci, soluția care o propun eu, cel puțin o susțin, este pensia a doua, pensia privată. Pensia privată lucrează în multe țări din lume. Haideți să fim optimiști. Dacă, de exemplu, astăzi Republica Moldova dă o pensie de circa 1.600 de lei, da? Media. 100 de dolari, să spunem. 1.500, 1.600 de lei, da? Peste 10 ani, dacă suntem optimiști să dublăm PIB-ul în 10 ani de zile, o să fie 3.200. Tot e puțin, nu? Și atunci, opinia mea că dacă o persoană va fi obligată prin lege să defalcheze o anumită sumă de bani într-un cont special într-o bancă, timp de 10 sau 20 de ani, să-și facă două pensii și aceia 100 de dolari sau 100 de euro care primește de la stat, va mai primi 200 de euro într-o pensie privată, în total vreo 300 de euro. Ar fi ceva care se apropie de ceva real, de a acoperi cheltuielile minimale. Domnule Mihaiș, dar condițiile de viață atât în Republica Moldova ne dă speranța că, nu știu, vom ajunge la 63 de ani să ridicăm acea pensie? Uitați-vă, suntem realiști. 1.600 de lei sau 2.000 de lei nu sunt bani care să-ți permită să trăiești decent. Corect? Trebuie să găsim soluții de alternativă și am propus. Cel puțin eu văd soluții de alternativă care ar fi o pensie privată, ținând cont de faptul că dacă luăm dinamica ultimul 30 de ani, noi avem scădere economică, corect? Noi, la zboros de 2009. Uitați-vă, dacă ne comparăm cu anul 89 sau 90 a economiei sovietice. Ну, мы сейчас с вами, понимаете, пытаемся обобщить все абсолютно, вернуть к тому, пока тогда люди лучше жили нам. Но не обсуждается сейчас. Я не хочу говорить о ностальгии, потому что я молодой. Но тогда было развитие. И тогда при правительстве коммунистов, я не экономист, я не могу точно сказать, но что касается сегодняшнего дня, я вот здесь вот парирую вам, почему? Потому что вы говорите, там 4% рост экономики. Может быть, я не смотрел, но я придерживаюсь чего? У нас идет уменьшение потребления. Ну, это 2018. Это 2017 год. Это вот отчетный год. Потому уменьшение. Что, и в этом году, и по итогам этих месяцев, почему? Уменьшение потребления. Это говорит о том, что экономика сжимается, о том, что люди ставят все в банку и в коробочку, и куда-то под подушку. Да, întrebare mai simplă. Și această întrebare probabil toți телеспектатори адресează. Din 1600 de lei se poate de trăit o lună de zi? Да нет, конечно. Но давайте возьмем, хорошо, оставим село. Хотя в селе тоже большие расходы. Там отопление, там бабушки продукты питания покупают и так далее. Потому что то, что говорят, в селе все растет. Да не все в селе растет. Ну, давайте говорить честно. Я сам с села.
Люди тоже покупают крупы, люди тоже покупают масло, медикаменты и все остальное. Второй вопрос. В городе ну, нельзя прожить, мы знаем. У нас через одну бабушку, которая сдает студентам либо иногородним гражданам квартиры для того, чтобы как-то оплатить отопление. То, что они не покупают одежду годами, это все прекрасно знают. То, что они, для них слово «мясо» — это уже что-то образное, философское. Они тоже об этом все знают, потому что все очень дорого. Продукты, они, овощи, ну, едят, фрукты термите. Только в сезон и то в самый пик, когда оно дешевле. Вот что касается, опять же, роста экономики, если это можно парировать. На той неделе ни с того ни с сего приходит министр финансов Армашев и говорит, нужно... Председатель парламента Канду говорит, необходимо срочно утвердить законопроект касательно получения от мирового МВФ кредитов 30 миллионов долларов. Вы помните об этом. Задаем вопрос и спрашиваем, куда деньги пойдут? На простройку заводов, фабрик, создание рабочих мест? Нет, на покрытие бюджетного дефицита в социальной части. То есть эти деньги прокушаются. А их же нужно возвращать. И это есть по этому поводу большая проблема. Следующий момент очень важен, что за пенсия привата. Давайте будем реалистами, как вы говорите, очень хорошее слово. У нас в стране на сегодняшний день при нынешнем правительстве и при нынешней экономике, до чего доведено положение дел, это невозможно. Я объясню почему. Я сам сторонник альтернативной пенсии. Альтернативно, чтобы человек мог выбирать. Есть сейчас некоторые частные фонды, те, кто может оплачивать, те, кто может надеяться на это все. Но здесь важные вопросы, какого плана надежной законодательной базы, потому что это большие деньги, потому что через 25 лет нужно, чтобы наши люди понимали, что будет с ними, что будет с их деньгами. Важный вопрос частных фондов. Если человек начнет выплачивать деньги в частный фонд, он перестанет выплачивать деньги в фонд государственного социального страхования. У нас на сегодняшний день эта сумма почти 18 миллиардов леев. 18 миллиардов леев – это огромнейшая сумма. Дальше. Не выплачивая, мы образуем финансовую яму, огромную финансовую яму. Экономика наша не покроет. И нынешние пенсионеры, которые есть, которые выплачивали по 30, 40, 50 лет стажа у людей, они не будут получать пенсии из-за того, что неоткуда. Здесь необходимо, подготовить законодательную базу, но самое главное, рост экономики должен быть. Когда государство сможет само компенсировать тот дефицит, который будет в бюджете КНАСА, для того, чтобы оплачивать текущим пенсионерам выплаты. Выплачивать с бюджета КНАСА у нас же не только пенсионеры получают деньги, у нас получают новорожденные, у нас получают другие социальные пособия, в том числе и на отопление, о котором вы говорите. Да. Причем раньше это были адресные компенсации, они были более справедливые и так далее и тому подобное. Поэтому Vreau să vă întreb, întrebarea mea e simplă. PD-ul face politică prin aceste acțiuni, atât de majorarea pensiilor, sau cu adevărat se înțelege necesitatea de a opera modificări? Давайте будем говорить честно. Те, кто получал хорошую пенсию в наших условиях, это кощунство сказать, но пенсии побольше, они сейчас получают еще больше за счет вот этой валоризации, которая была. То есть те, которые получал мало, они также получают мало. С учетом того, что у нас цены растут быстрее, чем ходит транспорт общественный, будем говорить так, то у нас на сегодняшний день та ситуация, которая есть. Что делает ПД на сегодняшний день? Все, они эти годы все молчали. Возьмем, будем говорить честно, не 2016-2017 год, когда они лично управляют страной, как одна партия. И до этого, с 2009 года, они все участвовали. В разных частях в этом правительстве. Они все создавали ту ситуацию, которая есть сегодня. Виноваты все вместе. Не надо здесь разделять. О пенсионерах не думали. Сейчас предвыборный год. Сейчас нужно показать, что ты якобы что-то делаешь. И они готовят документы, законопроекты, внедряют в жизнь о том, что о повышении пенсии. В том числе и эта валоризация. Она провальная. Еще раз повторю, 208 тысяч получили валоризацию. Причем до 10 лей огромное количество. Я специально выставлю это в Фейсбуке, чтобы люди смотрели официальный документ. Он и есть в Фейсбуке, на странице этого депутата тоже можно посмотреть. Вторая ситуация очень важная. У нас на сегодняшний день, вот вы слышали инициативу перерасчета пенсии, очень, очень интересную, о которой мы добивались, социалисты, которую мы, наша фракция подала обращение в Конституционный суд по поводу перерасчета пенсии работающим пенсионерам после выхода на пенсию. Конституционный суд очень предсказуемо
отверг нашу инициативу, даже не принял рассмотрение. Я предполагаю, почему? Потому что у нас большинство граждан в Конституционном суде это граждане Румынии, им все равно до нас, молдаван, что у нас происходит. Но есть эти инициативы, они популистские. Почему? Кстати, опять же, вы слышали, в декабре месяце пришла министр профильный и говорит о том, что срочно внедряем в этом уже году валоризацию последнего этапа 14-16 годы, который планировался в следующем году, 2019, потому что у нас есть за это деньги. Когда мы приходим в парламент, нам говорят, вот у вас есть законодательная инициатива, у вас должно быть изменение в бюджете, если мы говорим о соцбюджете, с обозначением, откуда придут средства. Никто не сказал, откуда придут средства. Значит, денег нет. Значит, они ждут кредитов, которые придут, и рассчитывают, что может быть будет. И это есть проблема. Дом Михайлович, ведете аспект политика, ничего не треба ведеть? Сау, ну, ворбим де политик, ворбим де нечестеть номеру. Гувернарът este obligat să caute soluții pentru a îmbunătăți traiul cetățenilor, inclusiv pentru a mări pensiile, pentru a le recalcula și nu văd nimic rău în chestia asta. Trebuie să înțelegem că, până la urmă, este și un an electoral. Eu am văzut inițiative de mărire a salariilor la mai multe categorii. Только совершенно верно, я даже вам помогу в этом этапе исключительно. Это силовые ведомства, это МВД, это прокуратура, это центр по борьбе с коррупцией, это налоговая, это вот это ведомство, администрация которое... Публика локала, администрация публика локала. Администрация публика локала, ну, примарии и по одному или по два специалиста в примарии. Сегодня мы этот закон буквально, завтра будем рассматривать этот закон, просто чтобы не вводить в заблуждение. По этапе, я понимаю, что есть анумите суспечиуни, но тотуши. Pe etape, acolo este posibil. Suspiciunile nu au reieșit din ceea ce spunea domnul deputat, că iată, pe ultima sută de metri a mandatului... Știți, dacă un polițist va primi un salariu mai mare, cred că noi toți ne bucurăm, da? Că o să avem servicii mai calitative din partea polițiștilor. Dacă administrația mai publică... Mai mari câte, scuzați-vă. Poftiți? Mai mari câte. Ce sumă? Păi să vedem care o să fie stabilită. Eu știu că se preconizează, de exemplu, în cazul administrației publice locale, 50%. Nu la primarie. Nu numai primarii, dar mai multe categorii. Там исключительно, я видел этот проект. Numai primarii. Там примарии и по одному или по два функционера в каждой примарии. А если честь, что у нас из 900 примарий, которые есть 600, около 600, вы меня поправите, вы в политике лучше, это примарии-демократы, то мы понимаем, для чего это делается в прибыльный год. Ребята, мы вам сейчас повышаем, но вы работаете на нас. В момент, когда салария у примарии 1000 делей, вы знаете, самое, какое есть рандамент в чистой примарии. Примарии нет, салария 1000 делей. Да, функционарием делей. Полной ставкой. Нету такой зарплаты 1000 лей. 1000 делей с пенсати. Функционарий не примарий. Не делал 2, не делал 3. 0,25-0,5 ставки обычно. Окей, până la urmă, ну, не дам, что не ваться, не знаю, как если стали смечи. Что так се мрешь, ты трептат. La полиции, la примарь, la эти чары, не буду проблем, проблема и altceva. Ca aceste măsuri să nu fie temporale, dar să fie permanentizate. Avem această problemă că o parte din buget este menținut din donații externe. E problemă. Mare parte, și partea socială. Vreau să vă întreb. Da. De regulă, iată, auzim tot mai multe persoane revoltate de modul în care s-a calculat această pensie. Dumneavoastră, nu știu, în calitate de analist politic, ați intrat în esență, există o transparență? Uitați, sistemul de pensie moldovenesc este, are o problemă extrem de mare. Are în spate o economie mică. E ușor când ai o economie ca a Franței să faci sistem de pensie și să le distribui. Sau, hai să zicem, Germania. Și mai greu într-o țară care România sau Republica Moldova, mai ales Republica Moldova, care noi cu Ucraina suntem acum practic în același perioadă de sărăcie. În aceste condiții vă spun că trebuie să căutați soluții alternative. Eu am spus, în următoarele 10 ani eu nu văd o dublare a PIB-ului. Cu toate că noi toți ne dorim, nu democratiplarea. Dar... Можно пример, буквально, вот здесь, опять же, перейдем к примеру. Вы говорите, через 10 лет, если 1600, потом будет 3200, вы недавно говорили. Допустим, дай бог, чтобы так было. У нас выход на пенсию 63 года. Человек вышел в 63 года, 10 лет это 73 года ему. Средний возраст, продолжительность жизни у мужчин 67,5, у женщин 71. Да он просто не доживет. Okay. Ну, вот это математика. Да, я вам с вопросом о клипом. Да, спунец. Че вам с вопросом, домнов Носалко? Я это день 2028, и барбаци и фемейли вор раньше шла пенсия на 63 дня. Че спунец, домнов Стром, пик май де время. Врал с вам треб. Лунчимя веций,
unui om care trăiește pe teritoriul Republicii Moldova, cât îi va permite să ridice pensie și dacă asta, nu știu, acum poate ar fi cea mai utopică teză pe care o enunț, dar vreau să vă întreb, nu se merge pe ideea ca problema să fie soluționată de la sine? Nu avem pensionari, nu avem cui achita, bine, așa, într-o interpretare. Что нет человека, нет да. проблемы. И показательный пример, опять же, я только примерами общаюсь, господин да. Михаил, чтобы вы не думали, что я да. популист и занимаюсь популизмом, потому что то, что делает власть сегодня, это политический популизм перед выборами. Пример, два примера приведу. Первый Браво. Пример, что касается перерасчета пенсии для работающих пенсионеров. Вот этот законопроект, о котором 6 телеканалов власти рассказывает уже буквально несколько месяцев. Там же все очень просто. У человека отобрали право для перманентного перерасчета пенсии раз в два года. Теперь он один раз в жизни имеет право это сделать, и все. На тот случай это как лотерея. Давай еще годик поработаю, может быть, станет мне, заработаю больше денег, соответственно, будет пенсия. Но потом он умирает. Почему? Потому что общественно здоровый, потому что у нас онкозаболевание, потому что у нас много-много-много чего. Это первое. Второй очень важный пример – вранья, который со стороны правительства есть. Они начали говорить о том, что у нас есть традиционная категория пенсионеров до 99 года. Это 130 тысяч человек, опять же, по данным КНАС официальной, которые вышли до 99 года. Люди получают копейки. Причем очень важно, что средний стаж у той категории, он намного выше, чем у категории 2000 года и до наших дней. Почему? Люди жили лучше, люди жили дольше. Эти люди получают в большинстве своем ниже 1500, ниже 1400. Ко мне, например, приходят люди 42 года стажа. Я работала в детском саду, у меня 1021 лет. 42 года стажа. Ты смотришь на это, не знаешь, что делать, потому что это страшно, что творится. 130 тысяч пенсионеров. Сказали о том, что будут перерасчитывать пенсионерам, работающим из этой категории в том числе. Это, чтобы вы понимали, 8 тысяч. Сколько лет пенсионерам, которые вышли до 99 года? Давайте говорить честно. Это люди уже предсмертного возраста. Это страшно говорить, но будем говорить честно. Да. Причем делают в следующем году перерасчет им непонятно на сколько, непонятно за какие деньги. 2500 человек им сделают. И у тех, у кого стаж больше 15 лет, в 2020 году сделают, у тех, у кого меньше стаж 15 лет. У меня была вчера бабушка, она говорит, и да, я проработала 14 лет. Говорит, это в 2020 году, да, говорит, но я не доживу. Da. A răsătă-i sincer. Domnul Mihaieș, eu vreau să vă întreb, iată, dumneavoastră ați vorbit de pensia privată. Domnul Nostalcu ne spunea că în viitorul apropiat se conturează această idee că nu vor mai exista posibilități de a întreține o pensie. În același context există țări pe mapamont care nu au pensie. Ajungem și noi, Republica Moldova, să preluăm aceste exemple. Bine, eu de câte știu numai China și încă vreo două, trei țări de genul ăsta nu au pensie, în stilul clasic care îl avem noi. Dar Republica Moldova, totuși, este țara asociată cu Uniunea Europeană. Suntem în spațiu european și niciun guvern, cât n-ar fi el, să zic așa, de stânga sau de dreapta, sau de extremă, nu va putea să lichideze instituția pensiei. Asta vă dați seama că e imposibil. Problema Republicii Moldova spune în felul că povara pensiei este extraordinar de mare, în condiții în care ai un buget care îl întreții cu donații externe de circa 25-30%. Foarte mare. Și în aceste condiții, eu repet, eu încerc să fiu optimist și eu am dat o prognoză că în viitorii 10 ani noi dublăm PIB-ul, ceea ce e destul de real, dar poate să nu se întâmple lucrul ăsta. Și atunci să avem o pensie medie de 3.000-3.500 de lei, da? Cum ne увеличим PIB, este у нас потребление все меньше и меньше становится. Вы послушайте, я прошу прощения, послушайте Голотюка, Владимир Иванович, депутат парламента. Он, когда выходит на выступление, он выходит с аргументами научными, с аргументами, которые есть на самом деле. Он показывает, что, жаль, коллеги, все об этом говорят, сами власти об этом знают, что у нас уменьшается потребление, мы говорим об увеличении БИП. Я не хочу вас понимать, просто возмущает. Факт, что проблема из-за каузы экзода популяции a crescut, a scăzut simțitor, cel puțin se vede asta în unele cifre, consumul intern. Тем более, если еще, по вашей логике идем, уходят люди, массовый исход. Значит, не растет экономика. Почему они уходят? От хорошей жизни? Я репету, аici avem pesimistul și optimistul. Да? Реалист? Și domnul Михаил. Partea plină a paharului și partea. Eu încerc să fiu optimist, de asta și repet că eu sper că în viitorii 10 ani vom avea o dublare a PIB-ului. Eu țin cont de creșterea de circa de la 4 la 8%
creștere anuală economică. Dacă avem stabilitate politică. Dacă mulțim 10 la 8, 80%, pe acolo undeva, da? Circa 100% dublăm PIB-ul, cu condiția că să avem guverne care vor performa, să nu avem căderi politice sau probleme cum a fost la noi cu miliardul, care ne dau un jos pe 10 sau 20 de ani, corect? Și în condiția în care va crește PIB-ul și vom avea un salariu mediu, pardon, o pensie medie, care azi e 1600 de lei, de 3200, hai să admitem, de 3500 de lei. Plus, vom implementa un sistem paralel de pensii private. Opinia mea fermă că nu putem fără chestia asta să trăim foarte mult, va trebui să găsim o soluție. Pentru cei care intră de la 18 ani până la 30 de ani în câmpul activ de muncă, e o oportunitate. Aici dumneavoastră ați spus că s-ar putea întâmpla ca ei să nu plătească aceste două cotizații, dar trebuie să micșorăm puțin cotizația care o dă la stat, ca să putem să facem loc pentru o cotizație privată. În România e de 2%, acolo de 3% din salariul din venitul cetățeanului. Eu să-l întrebăm pe domnul deputat dacă există. Și apropo, vreau să vă spun o chestie. Nu știu care e cifra, dar sunt destui cetățeni ai Republicii Moldova care au a doua pensie privată în Austria sau în alte țări. Prin sistemele paralele, nu știu dacă cunoaște, sunt câteva firme pe piață care lucrează. Cel puțin eu știu vreo 2-3 sisteme de genul ăsta. Cândva m-au invitat pe mine la o prezentare ca să-mi fac o pensie privată în Austria. Dar sistemul ăla, pe urmă, ori a falimentat, ori a plecat. N-am mai ajuns să semnez eu contractul respectiv, dar o campanie de genul ăsta, câteva firme austriace le-au produs în Republica Moldova. Acum, bineînțeles că aici e și o campanie de informare. În momentul când dumneavoastră vă permiteți o anumită sumă de bani, de venituri, da, nu știu, 50 de euro pe lună sau 10 euro pe lună, să-i puneți deoparte, pe 10 ani sau pe 20 de ani, eu cred că dumneavoastră, dacă veți vedea că este oportun, veți face lucrul ăsta. E nevoie de o campanie de informare, e nevoie de un sistem alternativ de pensii. Pentru că eu am dat exemplu. Chiar și în cel mai bun caz, că noi dublăm PIB-ul în 10 ani, iar cum o să fie mică. Da. Corect? Domnul nostru, haideți să vedem pensiile astea private. Se conturează în Republica Moldova? Există o asemenea perspectivă? Avem primii oameni care doresc? Obligatorii sistemul, da. Nu așa facultativ. Da. Dar să-ți iei din salariu, să-ți ducă la o bancă care să fie credibilă, pe care statul să garanteze această investiție. Care asta ar fi ideea? Хорошо, допустим, то, что вы говорите, и я, например, сюда пришел обсуждать пенсии, то, что есть сегодня система, да, и немножко, том, и немножко надает. И... Да. То, что вы образно разговариваете, это, я не знаю, мы не комедию очередную здесь сценарий пишем, а говорим о том, что есть. Как людям помочь? Что... Потому что вы можете много критиковать, но я не вы не даете у меня вопрос. Солуции. Ну, да. Солуции мы даем. Я вам сейчас я перейду к солуции. Вот, пожалуйста, я пришел специально с решениями. Критиковать легко. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас на сегодняшний день нынешняя власть с 2009 года находится у власти. До сих пор система экономика не дублирована то, о чем вы говорите. До сих пор пенсии низкие, и растут они не в два раза, даже не на 50%, а того меньше. Что мешало вот этим вот господам за этот период с 2009 года решить то, о чем вы говорите? А я вам скажу, что мешало. Отсутствие профессионализма, отсутствие политической воли и жажда денег. Люди просто набивали себе карманы. Ну, и так, как говоря, катастрофы. И есть большие... Аici, да, вот я вам скажу что-то. Казу ку миллиарду фурат де катре Филат, Платон, Шор, как сказали, прокуратура генерала, ка им винеште пи ей. Гимпу. Эшла, ну, сады на рапорту прокуратура генерала. Я ворвец, акума, пи пробе. Шор. Прокуратура генерала спуне аша. Ау фост доу периоаде. 2007-2014. Când directorul general a fost domnul, cum îi spune familia, că a fost directorul general la Banca de Economii, și în perioada 2013-2014, Șor, Filat, Platon. Leancă. Da. Ăștia, nu, repet, ăștia sunt altceva. Semnătură. Noi vorbim acum de operare anumite episoade. Și acum, noi am avut o lovitură de $1 miliard, care nu a permis creșterea economică și creșterea pensiilor. Da, domnul Mihai, dumneavoastră, vorbiți de creștere economică. Iată, întrebarea iarăși este simplă. Telespectatorii care ne vizionează la această oră cred că au o întrebare foarte simplă. Domnule Mihai, domnule Nostalcu și adresat tuturor, când voi merge la oficiu poștal să ridic pensia care mă
nu știu, va acoperi coșul minim de consum. Nu zic că cât timp, raportat, nu știu, într-o dacă perioadă. Dacă vreți un răspuns realist, eu vă răspuns. Dacă vreți un răspuns populist, poți să vă răspund populist. 10 lei? Ce, 10 lei? Eu sper că în 10 ani de zile pensia va fi dublată, pensia medie, și va atinge cifra de circa 200 euro per persoană. Dar și acea pensie va fi una mică, 200 de euro. Dar da, va acoperi coșul ăsta? Dar va acoperi mai bine discutabil. E clar că noi nu știm ce o să fie peste 10 ani, dar eu sunt optimist aici. Avem și un domnul pesimist care nu crede. Domnul Odnostalcu, când vom ridica o pensie care să acopere coșul minim de consum și în același context care sunt soluțiile? Pentru că ați zis că ați venit și cu, sau propuneți și o soluție de redresare a situației. Первое. Вы рог. Исходя из той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день, эта власть этого не сделает. Это надо понять, это априори, потому что было 9 лет работы. Пожалуйста, делайте, доказывайте, европейская поддержка. Более 3 миллиардов евро грантов и кредитов пришли в страну. Их видели только власти и правительство стоящее, чиновники, которые разворовали из правящего большинства, опять же. И того, и этого, неважно, это одна контора. Первое. Второе. Нужно предпринять несколько шагов. Первое — это пенсионно-образующий фактор, это экономика, то, о чем говорил господин Михаеш. Для того, чтобы она работала, для того, чтобы мы с вами лучше жили, она должна работать. Мы должны вернуть, торговать с кем-то, вернуть традиционные рынки сбыта, в первую очередь страны СНГ, Российская Федерация. Потому как практика работы, вот 2 года у нас соглашение об ассоциации, насколько у нас увеличилась продажа яблок? В тоннах. Не в тысячах, не в сотнях, а в тоннах. Это позор. Следующий вопрос. Для того, чтобы... Коротко. Необходим четкий план действий по реализации увеличения пенсии. Это 3, это 4 года. Пусть это будет 4 года, который выработан. И откуда мы будем брать деньги на это. То есть вначале, как говорит экономист, нужно поставить цель, а потом изыскивать дальше. Откуда взять эти деньги? Необходимо вернуть этот миллиард, хотя я сомневаюсь в том, что эта власть способна это сделать. Необходимо отобрать в качестве в госказну те деньги, которые были наворованы через имущество, через дома, через офшоры и так далее и тому подобное. И самое главное, нужно научиться зарабатывать деньги. Но при этой власти этого сделать нельзя. Domnule Odnostalcu, domn Mihaieș, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și pentru punctele de vedere exprimate în cadrul acesteia. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, timpul acordat acestei emisiuni s-a scurs mult prea repede decât ne-am fi dorit noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând! We'll be right back.